Здорово, ребята! И очень рад вас приветствовать за просмотром очередного выпуска ЧЛП. Итак, в мире бушует множество споров по поводу таких глобальных вопросов, как истощение природных ресурсов, жуткое перенаселение, влекущее за собой вымирание рода людского, беспредельная коррупция в высших слоях правительства, открывающая дорогу крупнейшим бизнесменам, подвергающая пролетариат очередным пыткам. Ну а мы тем временем постараемся ответить на вопрос, что этот летсплейщик себе позволяет. Всем привет, с вами Парниша, и у нас Happy Wheels. Количество специфических фразочек на квадратный сантиметр превышает все допустимые нормы. Именно это, на мой взгляд, и создает Парнишу и его необыкновенную атмосферу. Жизнь тлен, Он умер, самогангнулся, и черт, давно пора. Куда бы ни пошел наш сегодняшний герой, за что бы ни взялся, везде возникает присущая только ему динамика. Возможность и желание поведать зрителю сразу обо всем уступает подчеркиванию очевидно зрелищных деталей, которые нуждаются в этом в первую очередь. О, я хочу стать про. Он, оказывается, берет мечи в две руки. Я только что это заметил. Ай, что за фигня? О, ребят, не желайте там шашлычок? Кебаб. Однако, несмотря на довольно высокую скорость протекания событий, Парниша с легкостью соблюдает правильную дистанцию между собой и зрителем, выдерживая значительные паузы. У кого-нибудь другого, к примеру, Филиппина с его однокалиберным выстреливанием всего монолога, они смотрелись бы нелепо. Прохождение хоррор-игр приносит больше радости, нежели страха. Это все потому, что сам летсплейщик в большей степени воспринимает игру как некий способ поиздеваться над собой, нежели некое испытание выдержки. В отдельных моментах можно проследить, как он старается сохранить внутреннее самообладание, но не в силах скрыть, начинает в истерике проявлять множество непроизвольных эмоций. Зритель, чувствующий, что Парниша вот-вот переживет некий новый эксперимент, в этот момент отлично ассоциирует себя с ним. Блин, ну я не знаю, пойдем, конечно. Идем сразу вместе, чё. Что за херня? Что ты меня влупил? Нахера ты по мне ломом ударил? Все, да там больше нет ничего, иди давай вперед. Там кто-то стоит, блядь! Стоит, да я уйду! Где кто стоит? Каким бы ни был дальнейший эпизод, наш сегодняшний герой держит постоянную планку. И если событие набирает неожиданный и более неуютный оборот, летсплейщику, как и положено, хватает мужества с достоинством завершить ситуацию. Может, не надо лайк жать? Фу, блин. Ну замешивай. Искусство? Мне это не понять. В жопу, минусы. Таким образом, канал The Parniša позволяет нам наблюдать за отличными результатами творчества очень необычного автора, предоставляющего незаурядные, разноплановые и, я бы даже сказал, в какой-то мере экзотические летсплеи, в то время как большинство, как вы знаете, от чего-то стремятся к одному, пусть и первоклассному, но все же стандарту. Такое мое мнение, напишите, что думаете вы в комментариях, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и будьте счастливы. Всем пока!